Прошли митинги, организации ликовали. Они долго ударили этот мир. И снова же, он был гость, совершил свою трудную стиха. И вот она его порога. Запомни, и в будничных тревогах на всем чистейший подвиг отмечает. Стоит победа. А это уже благодарность армии освободительницы от освобожденных узников. Мне 24 года. Жила я на улице Чайковской, дом 61, квартира 33. Ефрейтор. Сегодня 9 мая, в День Победы,
Победоносные! Красная армия и война! 5 мая 1945 года.